Так, здравствуйте, вот Олеся с компрессор, да. В принципе, внешне вот с ним все в порядке, да, но выяснилась вот такая деталь. Пускаем сигнал, да. О, здесь вот красным горит, да. Уровень обработки, да, уровень компрессии, да. То есть вот он. Так, и здесь получается крутилки все со стопором, да, вот эта вот, да, крутилочка, она без стопора, ну, как я понимаю, она работает. То вот в данном случае, да, вот эта вот крутилочка, трес-холл, да, она без стопора, да. То есть вот я пускаю сигнал. Зеленая есть, да? Но почему-то. И вот этого тоже надо без стопора. Я не знаю, какая из них вот влияет, да. То есть вот здесь все кнопки отжаты, но нету красных диодов. То есть вот на предмет входящего. Уровень входящего звука, да? Он имеется. Но вот здесь вот, да, компрессии нету. То есть вот эта вот крутилочка и вот это вот. Их надо внимательнее глянуть или перепаять. То есть получается работает только один канал. Готов немножко двигаться по ценнику за этот нюанс. Потому что вот как бы красных диодов я не наблюдаю.